Здарова, народ, с вами Варчик. И в этом видео расскажу вам, почему мне не зашла новая ветка шведских СТ, у которых там гидропневмоподвесочка опускается, поднимается. Только вот мне интересно, зачем оно все это мне надо, когда у всех остальных танков сразу все опущено, поднято как надо, и пушка опускается, поднимается быстро, хорошо, четко, настолько УНов, сколько там задумано. Здесь же изначально УНов типа недостаточно, но чтобы их было достаточно, нужно жопкой поопускать, поподнимать. И происходит это очень медленно. И пока все это происходит, проходит время. А пока время проходит, можно наловить столько снарядов, что просто останешься на том же месте и пойдешь пешком в ангар. Поэтому мне и не зашла эта ветка, грубо говоря. Зачем мне танк, который в некоторых ситуациях даже более неудобный, чем ПТшки? А я, честно говоря, даже и ПТшки-то не люблю. А то еще и что-то более неудобное. Так и получилось, что поиграл немного на шведских СТ. В принципе, я выкачал восьмерку, покатался на ней, топовые модули все там поставил, все изучил. Ну и дальше не стал качать, а зачем? Ведь по параметрам 9 уровень, полная помойка. Конечно, на ней нужно поиграть, чтобы понять окончательно, насколько она плохая или хорошая, но даже желания нету это делать, поскольку мне просто не зашло. Только ради зрителей можно выкачать эту ветку, покатать ее, но, честно говоря, я не понимаю, зачем она и вам, эта ветка, поскольку сейчас балансировщик на девятках-десятках никакой, играть там и на хороших танках-то особо желания нет, а то еще и на каких-то странных танках. Поэтому я даже вообще не понимаю, зачем это делать. Картошка сама убивает желание прокачивать танки до высокого уровня, потому что она выпускает имбу, потом нерфит. Это у некоторых людей отбивает желание качать десятки. Потом она делает балансировщик, который делает твою игру на девятках и десятках неприятной. И получается так, что зачем они вообще, эти высокие уровни, нужны? Да и топовые прям танки находятся где? На восьмом уровне. Вопрос, зачем вообще эти девятки и десятки. Раньше 9 уровень был самый кайфовый, он можно считать, что был льготный, и на нем было вообще кайф играть. Сейчас ты на 9 уровне всегда играешь в жопе, и кайфа никакого. Да и арты сейчас на девятках и десятках просто забей. Чуть ли не каждый бой по 3 штуки, и ее ни разу и не нерфили. И представьте теперь, что в это все такое вот ужасное, туда я и лезу со своим вот этим шведским СТ, который там жопки свои поднимает, опускает. Зачем? Мне, честно говоря, кажется, что это просто трата времени бессмысленная. Я и вообще не почувствовал желания выкачивать десятку. Вот абсолютно. Если до этого вы помните, что обычно выходит десятка, и даже скрипя зубами через плохой танк, я там или за свободку, или как-то там пройду, скрипя зубами, и все-таки докачаюсь и посмотрю, что там, то сейчас у меня даже желания нету. Я не вижу смысла, не понимаю, зачем это качать. Во-первых, оно мне не нравится по геймплею, механика просто конченная, на мой взгляд, только мешает играть. Когда ты едешь меньше 10 км в час, то включается вот эта вот злосчастная подвеска гидропневмопомойка, и ты можешь опускать и поднимать свой танк, наклоняя вперед либо назад камеру. Но когда ты начинаешь ехать вперед, даже на маленькой скорости, жопка твоя все равно выравнивается, и то, что ты там наопускал, наподнимал, уже пропало. Чтобы задержать гидропневмопомойку на том уровне, на котором вам нужно, нужно зажать правую кнопку мыши, как вы делаете это с башней, чтобы она не двигалась. С подвеской работает это все точно так же. Зажимаете правую кнопку мыши, и подвеска не опускается, а держится так, как вы ее подняли. Это может пригодиться, если вы хотите выехать из-за холма, стрельнуть и заехать назад, но все равно это будет не совсем удобно. По большому счету, из-за неудобств мне и не нравится это все. Поскольку это не СТ, это ближе к ПТ. Оно как бы и понятно, но и похоже на ПТ, они в принципе со шведскими ПТшками чуть ли не под копирку сделаны. Но все же мне больше нравится активный геймплей, поскольку игра и так медленная, вялая и скучненькая. Еще играть на кустодротном танке, ну вообще не интересно. Конечно, если вы любите ПТшки, то эта ветка вполне может вам зайти, поскольку она в некоторых ситуациях активнее, чем обычные ПТ, за счет того, что есть скорость и башня. Но вот играя через рельефики,
у вас будет наоборот все медленнее, чем даже у ПТ. Даже ПТшки через холмик играют быстрее от рельефа, чем вы будете на шведских СТ играть, поскольку вы будете все время ждать, пока ваша жопа там поднимется, опустится. Ну и что самое обидное, что эту же помойку хотят добавить в СТБ-1, что, честно говоря, мне отбивает желание его выкупать и катать, когда его переделают. Вот такие у меня впечатления про новые шведские СТ. Пишите в комментариях свои впечатления, может быть, вам они зашли больше. У меня такие вот впечатления, я чисто свой вкус рассказал. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.